В рамках текущей работы по проекту «Школа грамотного потребителя» активисты Одинцовского отделения «Единой России» проинспектировали подъезды жилого дома номер 66 по Можайскому шоссе. Ранее от жителей поступали обращения, связанные с их неудовлетворительным содержанием. Одинцовские депутаты провели встречу с представителями управляющей компании УЖХ, которые заверили, что в кратчайшие сроки устранят обозначенные замечания.